мои операторы Костя, Ваня и Даниил. Парни, во-первых, спасибо огромное за отличную работу. Всегда все четко, вовремя. Выбора нет. Сегодня будет проверка на пацана. Испытание максимально простое. Каждый из вас должен будет сесть со мной в машину, высунуться из окна, ну где-то так по грудь. И я буду разгоняться по прямой, вот у нас прямая 5 километров. Ваша задача терпеть скорость. То есть вы будете чувствовать на своем лице всю прелесть сопротивления воздуха. И наступит какой-то момент, когда вы уже терпеть не сможете. И вы сядете обратно в салон. Мы зафиксируем эту скорость. И побеждает тот, кто вытерпит самую большую скорость. И я подумал, какой должен быть приз, чтобы вы реально терпели. Одну секунду. Давайте, Костя, открывайте. Эсочка вижу, эсочка. Да ну нахуй. Офигеть. Охуеть. Вы меня хуй из окна выгоните вообще сейчас. Итак. Короче, это Sony 7S3. И на данный момент это одна из топовых камер, на которой сейчас все снимают. И это очень крутой на самом деле приз. Есть за что побороться, парни. Конечно. Не, на самом деле я подумал, какой должен быть приз, чтобы вы, ну, реально как бы терпели, и когда у вас уже, не знаю, там будет рот рваться или там, не знаю, там глаз отлетать куда-нибудь, там, не знаю, в лес на ветке, вы все равно, сука, я хочу эту камеру. Ну что, готовы? Да. Да. Погнали. Погнали. Если выиграет Ваня, я охуею вообще, если честно. Даже я охуею. Я больше за глаза переживаю. Ты очки не снимай. Я хотел очки для плавания взять. Нет, ты что, охуел? Если так будешь ехать, это вот читерство. Так? Да, конечно, вот в так. В смысле читерство? У меня и так лицо. Что? Не-не-не, Даня, больше высовываться ты надо. Ты видел, как горстить? Вот, минимум так, конечно. Меня точно сдует. Ты, блядь, вот так вот и даже... Давайте поставим блокировку, чтобы дверь не открыть. Братан, ты только не заплачь. Ну что, Дань, ты готов? Да. Точно? Стрёмно, конечно, но... Но волнение хотя бы вот чуть-чуть да, есть? Да, не чуть-чуть, жесткое волнение. Ну, я не знаю, сколько она поедет. Ну, если 300, ну, 300 это, конечно, очень люто. Я чувствую, у тебя уже мандраж такой. Есть, да. Я вот понял то, что просто с годами инстинкт самосохранения лучше работает. И сейчас, ну, я уже не готов на какие-то дикие поступки, но камера того стоит. Ну хорошо, ладно, все, давай, а то ты сейчас уже, мне кажется, штаны наделаешь, давай садись и поехали. Окей. А вы будете сразу в пол нажимать? Да, буду. Секунд через 7 мы будем 200 уже, да, наверное, ехать? Я думаю, что мы секунд через 3 будем ехать 100, да, и секунд через 10 будем уже ехать больше. Дух. Высовывай голову. Это очень тяжело было. Слюни. Это очень тяжело. Я просто думал, Sony A7 III. Это жесть. Я думаю, пацаны не вывезут эту тему. Ну как ощущения, с чем сравнить? Ну блин, глаза сейчас очень болят, у меня все в дымке. Я их не могу нормально открыть. Жестко, очень жестко. Вот. Как ты чувствовал лицо там все? Я его не чувствовал. Не чувствовал. Я чувствую, то, что у меня просто оно растягивается, я не знаю, где-то там на затылке сходится все. Но морщин не будет точно, я думаю. Ну такой легкий массаж лица сделали себе. Чемпион! Ну что, 266 км в час. Молодец вообще, выдержал до самого упора. Машина дальше не поехала вообще, то есть вот все это как бы какой-то предел. Я не понимаю, я думал, что М5 едет быстрее. Ну как вообще эмоции-то? Жестко, жестко. Глаза да? Просто в шоке. У меня все в дымке.
мне хочется их просто вот так закрыть. У тебя мочки ушей красного цвета, такого, знаешь, просто алого. Я думаю, у меня уши где-то там за затылком сходились. Ну что, молодец, Даня. Почти что камера в твоих руках. Вань, ты готов? У меня трясется все, что может трястись. Не, что, волнуешься, правда? Ну, конечно, конечно. У меня прям... Руки трясутся? Да. Не-не, так. Ну посмотри на него, хочешь? Я думаю, что он через буквально полминуты ты будешь точно такой же. Я тебе советую салфеточку взять, слюни потом вытереть это все. Пофиг. Ну что, садимся? Да. Так, я надеюсь, я не буду... Оба плеча, Вань, за окном. Да. Фу, ну что, Вань, ты готов? Да. Я готов. Как ощущения, как эмоции? Это как будто, не знаю, как будто на расстрел. Блин, ну вообще, когда высовываешься, все, уже ты ничего не понимаешь, ты ничего не видишь, и у меня не получалось дышать. Я понял, что, ну все. Ну страшно было? В самом начале очень страшно, потом ты ничего не понимаешь. Так что ориентируешься просто на инстинкт самовыживания. Я решил самовыжить. Максимальная 214. Фу. Ну нормально, все равно молодец. Я охуел! Ну это пиздец. Слушайте, ну 214 скорость. Старт — это вот прям самое страшное. Дальше просто ничего не понимаешь. Там, ну, не что? Насрано? Насрано чуть-чуть. Чувство воняет, немножко кто-то напердел. Ну, ну конечно, не там все, блин. Ну чего, как ощущения-то? Я переживаю, сильно очень на самом деле. Но я очень за глаза переживаю. Да? Так, на коленочки, да? Залазишь сюда. Вылазишь вот так вот. Ну, я переживаю. Но у меня цель — победить. Я готов! Сейчас вас вот так вот просто... Ну как? Посмотрим, какая максималочка у вас. Интересненько. Слушайте, 266. Да ладно. А у Дани сколько было? Тоже 266. Максималка получается? Да, это максималка, она почему-то не идет больше, я не понимаю почему. Но ощущения бешеные. Чего, дверь открыть? Меня поимело это BMW вообще. Слушайте, ну максималка опять 266. Я не понимаю почему. Я требую реван. Она не идет больше 266 максимум. Но ощущения, ну, необычные, мягко говоря. У вас уже руки дрожат, пипец. Чувствуете, да? Ну, есть немного, да. Меня в определенный момент начинает сносить назад. И ты начинаешь хвататься сильнее, искать, зачем бы схватиться, потому что прям начинает уносить. Слушайте, ну я не знаю, что делать-то. 266. Короче, это мой косяк. Что-то там в настройках BMW, не знаю, там сейчас разберусь. Но я сделаю так, что она поедет быстрее, потому что я знаю, что она едет 325. Но получилось так, что двое ребят... Дань, можно секундочку? Вот Даня и Костя, они вытерпели до самого конца, до 266 км в час. Я предлагаю сейчас что сделать? Уберу ограничитель, и один сядет справа, другой сядет слева. И уже... Суперфинал. И уже суперфинал устроим. А все, если погнали. Мы оба не сядем, мы потом просто мошек посчитаем на лице, кто больше собрал. Давай. Все, погнали.
Но если Даня очкует, он может отказаться. Ты пристегиваешься, нет? Конечно. В смысле, конечно. Блядь, что ли, блядь? Конечно. Конечно, я пристегиваю, я за безопасность. Я так детей никогда не будет. Никогда. Никогда, да. Ты готов унижаться? Успокойся, мальчик. Давайте сразу выясним. Едем до конца, да? То есть не садимся, пока вы не остановите машину. Я никогда не сяду. Все, погнали. До Питера. Костян, ты можешь сдаться уже? Кто? Сдавайся. Ты уже сдался там, бля. Че, в путь? Погнали. Я тебе дам поснимать. Костян, что произошло? На самом деле мне просто залетела какая-то хуйня. Так. И, короче, я решил залезть. Да! Где камера? Тебе просто повезло. Даня, поздравляю. Оу. Молодец. Не, Кость. Ладно, тоже, поздравляю. Не, Кость тоже молодец. Спасибо. Ладно, поздравляю, заслуженно. А где у нас третий? Плачет в кустах. Так он проебал, он вон снимает. Я что-то смотрю, еле дышишь как вы. Блин, дышать там тоже очень тяжело. Кстати, да. Это такой момент, про который практически сразу забываешь, но там у тебя сбивается дыхание, ты понимаешь, что тебе нечем дышать, и ты начинаешь... настраиваться. И после того, как настроился, уже более-менее, пока тебе в ебало не прилетает мозг. Слушайте, ребят, я хочу обратиться к моим любимым подписчикам. Если вам формат такой понравился, то напишите, пожалуйста. И, может быть, в следующий раз пригласить каких-то медийных ребят. И я, конечно же, не на BMW поеду, а на Макларене, у которой максималка точно 348. Представляете, какую зарубу сделаем? Если вы за, то будет прикольно, если напишите, каких ребят вы хотели бы видеть в следующем выпуске. Парни, на самом деле, давайте маленький утешительный приз я вам сейчас вручу, потому что, я также не могу вас отпустить с таким плохим настроением домой. Итак, ребята, значит, за последнее место утешительный приз. Вот такая вот маска для лица, увлажняющая, с пандами, с тигрятами. В общем, очень крутая. На тебя, кстати, похоже. Ну так я считаю, я очень красиво проехал. Не так быстро, но красиво. И, Костян, две гигиенические помадки, чтобы микротравмы замазать. Чтобы... пчелиным воском. Пчелиным... Надеюсь, это не пчелиная хуйня. А вкусом мохито. Мохито? Конечно, все как вы любите. Это топчик вообще. Дань, меняемся? Если вам понравилось, как всегда, пожалуйста, лайкосик, подписочка. Комментик. Вот. И я думаю, что следующий выпуск с блогерами будет охуенный. Кстати, нет, следующий, наверное, выпуск будет гонка с Литвиным все-таки. Все, пока! Кто-то так гремел, какой-то вариант утюг. Это очень пригодится, спасибо большое. Блин, потому что сейчас заказов очень дофига. И это вообще супер нужно. Да, конечно, блин, вы можете снимать только раз в месяц. Я бы, на самом деле, если бы у них заказов было бы меньше, снимал бы каждую неделю охуенный контент. Вот ну, так. Я думаю, теперь мы можем договориться. Давай. Все, пока.